Сегодня 25-й день после проведения операции гастрошунтирования. Подпишитесь, расскажу, сколько на сегодняшний день уже сбросила. На первый завтрак у меня будет вот такая молочная каша. Это 5 злаков. Хочу сегодня взвеситься. Итак. Сто 116-150. На второй завтрак молочный коктейль. Сегодня, кстати, минус 14 килограмм 850 грамм. Минус 15 килограмм почти. Меньше месяца. 25 дней. А это очень много. Ну, я сейчас уже нормально себя чувствую. Конечно, на 10-й день у меня была жуткая слабость. Но сейчас вроде все хорошо. На обед у меня будет вот такое детское питание. Сливочная курочка с овощами. Зашла в магазин, накупила кучу всякой вкуснятины. Говорят, у Вкусвилла очень вкусное детское питание. Здесь ветчина из индейки. И это моя самая любимая морская капуста. Но я ее только попробую, посмотрим, может быть, она мне плохо зайдет. И забрала с Вайлдберрис свои витаминки. Сейчас попробуем шоколадный коктейль белковый. На полдник белковый коктейль. На ужин вот такое фруктовое пюре «Фрутоняня».